НЛО теперь и в нашем городе. Только что наша редакция получила необычные фотографии. Вот этот объект, который вы видите сейчас на экране, ранним утром жители Саратова наблюдали в небе. Цитата очевидца. Вышел из дома утром на работу, поднял голову, а там яркий свет. Звука моторов слышно не было, и объект не двигался. Секунд через 30 свет рассеялся. Никогда такого не видел. Конец цитаты.